Здравствуйте, друзья! Сегодня 1 января 2019 года. Маша впервые снимала сама видео. И поэтому строго не судите. Вот, видишь, пошел. 22. Все, и тут уже съемка идет. Но зумом вот я не рекомендую так часто пользоваться, потому что он немножко неуправляем. Вот, он немножко поломан, поэтому... Начинай говорить. Здравствуйте. Это Анапа. И сегодня мы гуляем вместе с мамой и папой. Красивый фонарь. Все, значит, собрались на дегустацию. Вот. Ну, он описывает, как там дегустировали. Очень много было всяких вин. Да. И вот этот, значит, прокурор или кто-то там обратили внимание на бочку. Там стояла огромная дубовая бочка и с таким вот каким-то квадратным вырезом. Красили кофейню бантом в форме подарка. 1 января работает фонтан. И мы пришли к фонтанам, и тут ходят голуби. Все засвечено солнцем. Даже не верится, что сегодня 1 января. Мне надо нарисовать, что ли, я могу. Оттуда он, с одного какого-то заведения, несется какая-то дряка. И все, все остальные хорошо, что даже это городская музыка. И то не играет. Вот, вот это ель или пицца. Туда, к до часовни. Посмотри, там, может, Тамара где-то с Володей. Мы сами не тянут, значит. Так, мы подошли к часовне. Тут красиво. Тут все время тень. Даже... Тут меньше людей. Наверное, потому что солнца мало. Сделали часы, поставили на площадь. Правда, какие-то цифры отвалились. Мы идем и снимаем. А не одна. Красиво тут, конечно. Тут парк, развлечений. Я нашла кошек. Смотрите, как их много тут. Привет, кошечка. Кладки, коллекция групперов, спинорогов, хирургов, ангелов, скатов и много другой экзотики.
красивые ступеньки. Толпа тут собралась, однако. Красота. Вода кристально чистая. А вот этих вот лебедей вообще никто не кормит. А вон там вот люди сидят, просто отдыхают. Даже не надо на центральный пляж точиться. Тут 100 раз лучше. Арсений. А это называется морской черт. Их тут много, но... Новорожденный морской лисы. Это Ульяна. У меня дырка тут. Мы нашли рапану, и она очень большая. Он очень большой, первый раз такой большой рапан вижу. И я тоже. Почти с размером руки. Да. Это очень странно. Она, наверное, росла 250 лет. Да. Ой. Не, они даже могут жить 300 или где-то столько лет. Они даже больше живут. Ну, как вы видите, Ее потрепала жизнь, и она умерла. Ульяна сказала, что ее потрепала жизнь. А вот тут сидит баклан, вот он как пингвинчик. На зеленой лодке. Да, на зеленой. Красивенький, да, Ульяна? Угу. Я его первый раз вижу, но мы его дохлого видели на море. Мы нашли осленка. До свидания, друзья. По твоим делам. Это видео подошло к концу. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч!